Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Донбасс и Киев начали диалог по вопросу обмена пленными. В пресс-службе Министерства иностранных дел самопровозглашенной ДНР сообщили о начале видеоконференции контактной группы по Донбассу, касающейся вопроса обмена удерживаемыми лицами. Во время последней встречи контактной группы, проходившей в Минске, договориться об обмене пленными у Киева и Донбасса не получилось. Представитель украинской столицы в контактной группе Леонид Кучма внес предложение обсудить данный вопрос во время видеоконференции в пятницу. Предложением Донецкой Народной Республики стало проведение видеоконференции 23 декабря. Позднее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Алифер сообщила, что конференция контактной группы назначена на 23 декабря. По сообщениям пресс-службы Министерства иностранных дел ДНР, видеоконференция контактной группы была начата в 14:15 по московскому времени. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.